Площадь Флага и улица Новогинская в эти выходные стали территорией праздника. На большой сцене в режиме нон-стоп выступали лучшие творческие коллективы города. Поздравить сочинцев с главным праздником курорта пришли и высокие гости. В их числе почетный гражданин Сочи, помощник президента страны Игорь Левитин и депутат Госдумы Константин Затулин. Я хочу поблагодарить Анатолия Николаевича Пахомова за ту деятельность, которую он проявляет на протяжении многих лет, чтобы сделать этот город один из самых красивых. Сегодня город доступен для всех возрастов, для всех людей, в том числе с ограниченными возможностями. Город Сочи – это летняя столица, это город, который стоит в ряду с Москвой и Петербургом. В нашей прекрасной стране России много наций, народностей. За последние 100 лет сложился такой народ – сочинцы. Сочинцы – это народ. В этот день на сцену приглашали самых лучших сочинцев. Дипломами отметили самых активных последователей хартии «Я люблю Сочи». Подарки получили и родители 5 малышей, которые появились на свет в день города. Отметили и пару, которая решила пожениться в день рождения курорта, и тех, кто в этом году празднует серебряную и золотую свадьбы. Ну и, пожалуй, самый долгожданный подарок получили врачи и учителя – 39 ключей от новых квартир. Последнее время мы научились дарить радость не только всей России, но и всему миру. Спортивные и культурные события самого высокого уровня проходят в нашем городе практически в круглогодичном режиме. Но сегодня мы делаем праздник для себя, для тех, кто живет, работает и отдыхает в нашем любимом Сочи. Праздник на площади Флага продолжался 2 дня. Для гостей мероприятия работала выставка-ярмарка изделий прикладного искусства. Сочинцы заряжали друг друга хорошим настроением и желали процветания любимому городу и счастья его жителям. Городу Сочи только процветание, хорошей погоды, замечательных улыбок всех горожан. Я думаю, пожелать счастья, красоты, чтобы было побольше теплых дней, чтобы зима была снежной и красивой. Я желаю всем счастья, любви, благополучия, удачи и здоровья. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.